А вот грипп в Одессе идет на спад, об этом заявляют эпидемиологи. За последнюю неделю в городе зарегистрировали всего лишь 12 тысяч случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями. Это почти на 10% меньше, чем за прошлую неделю. Эпидпорог снизился, но некоторые школы Одессы и области все еще остаются на карантине. Медики говорят, что дети и подростки все еще находятся в зоне риска. Среди взрослых снизилась заболеваемость на 21%. В то же время среди детей до 17 лет вот такого снижения мы его не регистрируем. И по области у нас идет до 4% прирост заболеваемости. Мы идем среди детей с плюсом. А вот среди детей города Одессы у нас идет там до 17% прирост заболеваемости. Ну а чтобы уберечь себя и своих близких от заболевания, медики советуют соблюдать элементарные правила профилактики. Избегать близкого контакта с больными, мыть руки, прокрывать нос и рот во время кашля и чихания. Но если вы все же заболели, то обязательно обращайтесь к врачу.